Накануне муфтий Дагестана шейх Ахмад Эфанди встретился с победителями конкурса «Лидеры России». Впервые за всю историю конкурса его призерами стали четверо дагестанцев. Заместитель министра по делам молодежи Патимат Омарова, в Рио председателя комитета по лесному хозяйству Вагап Абдулхамидов, директор по развитию группы компаний «Киргу» Хаджимурат Абашилов и координатора сообщества молодых работников «Росгидро» Алихан Аварский. Стоит отметить, что трое из лидеров ранее уже побеждали в конкурсе кадров резерва «Мой Дагестан». Муфтий поздравил победителей и выразил слова благодарности и напутствия. Мне приятно вас называть вот людьми, которые любят свою родину в целом и малую родину, Дагестан. Это любовь к родине. Вам Аллах, чтобы дал возможность реализовать. Вот это я прошу Аллаха. На хорошем уровне, чтобы от вас была польза для Дагестана и в целом для России. Потому что если для Дагестана польза, значит это для России польза.